Доброго времени суток зрителям, священным гостям нашего канала. С вами Росси. Мы продолжаем с вами играть в игру Imperial Glory и продолжаем захватывать мир. В прошлой серии мы немножко повоевали с Польшей и с Австрией, забрали у Австрии Галицию и вероломно вторглись на территорию Польши. Скоро, господа, скоро мы разберемся с этими негодяями здесь и захватим Польшу полностью. Но сейчас нас ждет бой. Легкое сражение. Давайте лично. Я буду командовать этим сражением лично. Вместе с подкреплением, которое мы вовремя перекинули сюда. Мы сейчас поработим эту Польшу. Два отряда, конечно, которые нам сейчас могут противостоять, стоят вверху над нами. Так, на протяжении веков Польша переходила. Это нам не интересно. Давайте начать сражение. У нас тут есть немножко наши каличные отряды. Давайте их начнем двигать вперед. Шагаем марш. Кто тут у нас мучится? Они сразу бегут все в одной упряжке, потому что они знают, что им пришел конец. Интересно, это их так столица выглядит, Варшава, в виде одного здания. Мы двигаемся немножко вперед. Давайте я, наверное, немножко сделаю потише звук. Я боюсь, как бы вас не оглушило. Потому что все никак не могу настроить свой микрофон вместе со звуком. Не помню, какими... А, все, вспомнил. Ctrl плюс. Это ускорить скорость. Чтобы мы немножко быстрее добрались до положенной точки, то слишком долго идем. Что происходит? Что вы делаете? Так, ну это вроде пушка 100 метров дальность. Это примерно вот так. Они заняли стратегическую позицию. Давайте двигаемся дальше, двигаемся. Почему мы ждем? Так, батарея там встанет. Давайте нашу батарею защитим. Как в прошлый раз у меня получилась такая ситуация, что я расстрелял просто-напросто войска. Почти расстрелял конницу, которая хотела мою батарею скушать, скажем так. Давайте только бегом, 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 бегом. Так. Ну а вас пошлю на мясо, наверное. Скорее всего. Огонь сразу по готовности. Не ждем. Так, эти развернулись. Видите, немножко не так их уже построил. Вот так вот. Как Невский, да, там. Вот так вот. Вот так вот. Разворачиваем орудие. А ну-ка, фуэр. Так, ну а вас давайте вот сюда. Текс. Эти уже побежали, гаврики. Уходим. Все-таки порубят моих этих. Да. Порубят мои пушки, к сожалению. Нет. Мои пушки выжили. Уезжайте, братцы, уезжайте. У вас там две осталось. Смотрите, поляки идут в отчаянный рукопашный бой. Ввязались все-таки в рукопашную драку. Этого стоило ожидать. У меня есть еще подкрепление. Не надо. Это я еще без подкрепления отдерусь. Смерть басурманам. Поляки, басурмане, нормальный ход. Первый раз такое слышу, но мне понравилось. Пшеки, курвы. Но басурманы это, конечно...
Ну, категорически согласен со своими людьми. Бусурманы еще те. Кстати, смотрите, флаг наших прошлых побед. Господи, чуть не заплакал. Так, потеряли мы 15 человек. Потеря, 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 потеря. Смотрите, какими темпами мы жрем еду. Наши войска во время войны жрут еду. Мало закупил, надо еще брать. Деньги у нас уже есть. Надо отводить нашего генерала, вот этого подбитого. Польша пошла в контратаку. А почему у нас нет? Не могу не разобраться с крестьянами, с палками. Ну что, курвы, сейчас вы узнаете русскую пулю дуру. Накормим их сейчас свинцом. Хотя, конечно, они могут сейчас очень каверзно сделать и порвать нас просто-напросто своими, скажем так, этими палочниками, назовем их так. Трусой вперед. Давайте пушки где-то здесь поставим. Они вообще какие-то беспомощные. Больше не буду брать эти шестифунтовые пушки. Смотрите просто на эту необузданную толпу. Шесть отрядов. То есть это 360 человек сейчас просто будут врываться в мои, скажем так, ряды моих стрелков. Сейчас будет кровавая бойня, причем я буду драться без поддержки, без моей поддержки в плане войск моих, которые, если не ошибаюсь, генерал Докторов там был у нас, или полковник, полковник. К сожалению. Так, что там? Мы же не стреляем, да? Давайте немножко ускорим процесс. Они сейчас займут. Да, ключевые позиции враг занял. Ускорим еще немножко процесс до X3. Так, ну что ж, давайте сейчас выстроим нашу оборону. Выстроим нашу оборону и потом будем их агрессивно на нас травить, скажем так. Давайте пока всех перестроим в шеренгу, чтобы можно было выстроить. Так, пожалуй, как-то так. Еще как вариант мы можем сейчас навязать на себя удары конницей, как бы, скажем, грубо можем сейчас конницу завязать в ближний бой, они все как олухи будут драться с конницей, а мы их просто будем как собак диких расстреливать. Вот как вариант. Не нравятся мне вот эти ребята слева, чтобы они сейчас сбоку не зашли. Ну ладно, тут вяжем конницей. Пока давайте вывезем сюда пушки. Я готов ими пожертвовать. Я хочу пару раз гахнуть, так сказать. Такой, как настоящий хохол Украины, скажу гахнуть. Вот, хочу пару раз по ним стрельнуть. Вот по тем красавцам. Они побегут, и мы их встретим огнем. Вот так вот, чтобы мы могли встретить огнем, конечно же. Ну, а конницу, так и быть, пожертвуем на эти три отряда. Пока наши будут разбираться с этими тремя. Давайте, давайте, давайте. Вы уже все равно мертвецы. Будете до последнего у меня стрелять с этих пушек, чтобы они оправдали себя. Потраченные на них деньги. К бою огонь. Что, в принципе, и стоило доказать. Пока ждем. Конница вмешивается, пускай. Но вы хоть попадете хоть в упор. Беспомощные пушки.
Пошел замес. Завязался ближний бой. Возможно, моя конница сейчас освободится и поможет. Да. Отлично. Они все завязались в драку с дальними отрядами. Теперь осталось только их издалека расстреливать потихонечку. Посмотрите, эти три дебила ворвались в бой на моих. Да. Вы знаете, я бы по большому счету, наверное, мог бы задавить их одной конницей. Всех. С другой стороны, поляки, что с них взять? То что подходить, расстреливать их нахер. Изи. Изи бризи. Это все, на что способна была Польша. И я, в принципе, не удивлен. Мы слишком долго с ней затягивали, надо было раньше ее душить и давить ее. Сейчас осталось только своими разбитыми, полуразбитыми отрядами зайти в Варшаву и как бы сказать: господа, приветствуйте новую власть. И все. Так, захват пошел. Отлично. Главное, чтобы сейчас Британия не воспользовалась. Нет, не воспользуется, потому что мой ход. Так, осада Варшава началась. Хорошо. Швеция истек там, да, хорошо, все поистекало. Теперь делаем так. Я хотел кого-то в помощь бросать. Вот этого вроде, да, если я не ошибаюсь. Во-первых, давайте попробуем. Батюшки, ну встань сюда, захвати хотя бы так. Так, а ты... Какие у меня все колечки, ребята. Давай воссоединим это все поедино как-то. Как-то я не знаю. Хотя бы как-то так. Так, ты уходи, уходи отсюда, братан. Мы кого-то можем подвести сюда ближе? Можем. Давайте Багратиона сюда кинем. Ну, это не серьезные, конечно, войска для захвата, я вам так скажу. Что тут у нас? Улучшенная военная академия. Что у нас по отрядам? Пока еще формируем, да? Пока формируем. Угу. Здесь у нас кто? Кутузов. С бомжами стоит на страже наших границ. Ладно. Так, давайте завершаем ход. Отлично. Мои коллеги взяли тот кусочек территории. Османская империя. Хорошо, пускай. Давайте, османы, можете ходить. Так, Швеция предлагает нам. Хорошо. Скидывайтесь вашими деньгами, господа. Сейчас будет контратака Польши, я больше чем уверен. Молдавия считает, что наступил подходящий момент заключить нам оборонительный союз. Хорошо, хорошо, Молдавия, давай, я с тобой дружу. Несмотря на то, что я сейчас поглощаю Польшу. С тобой я еще пока дружу. Так. Хорошо, Османская империя может ходить, Швеция может ходить, хорошо. Смотрите, сколько... Польских... Какой польский флот здесь находится у нас, обратите внимание. Не могу перевести. Ладно, перейдем вот так. Так, это мы захватили. Давайте его пока тоже спрячем. Не могу спрятать. Не могу спрятать нашего хлопца, чтобы он пришел домой к своим детям. К своей семье. Да, я же сказал, что Польша будет драться. Так. Опять цыганей куча. Ладно. Лично подавлю этот мятеж. Покажу полякам их место. А их место далеко за пределами их исторической родины. Начать сражение. У нас уже нету этих
пушек, которые нам только мешали, они вообще не выполняли свою функцию. Кстати, теперь у меня отрядов побольше, я уничтожу их быстрее. Может действительно попробовать помахаться с ними конницей. Отдам как бы гусаров на съедение. Так, уменьшаем скорость. Но перед тем, как отдавать их на съедение, давайте приготовимся все-таки. На всякий случай. Так, господа, давайте, наверное, по двойному ряду. Здесь немножко вот так. Здесь чуть-чуть вот так. И еще усилим центр. Есть такое дело. Дальше всех. Ну давайте теперь подразним их. Ребятушки, кто хочет с нами подраться? О, побежали. Агрессивные хлопцы. А мы сейчас вот этих выебим. Ой, извините за мой французский. Опа! Ближе, 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 ближе. Давайте, давайте, давайте. Видите, эти все равно прорываются к нам. Смотрите, все-таки один мой отряд смяли, скажем так. Как ни крути. Все-таки один отряд мой смяли. Там на правом фланге у меня проблема. Ну, а теперь этих расстреливаем. А, все. Как-то быстровато. Все. За Родину, за веру, за свободу. За Сталина, за Красную Звезду, за всех. И за того парня, и за Сашку. За себя и за Сашку. Это самое главное, считаю. Поляки, ну уже все. Ну все, ну уже... Примите. Примите это как должное. Вы пали. Вы самое слабое звено, как обычно в любой игре, в любой компании. Вы ребята для битья. Опять Польша ходит? Нет, Польша уже не ходит. Нет, смотрите, Польша еще сопротивляется. Мамина ты кукурузка. Хорошо, давайте. Воссоединим их. Сделаем так. Тебя мы уведем. А тебя мы свежего сюда заведем. Вот так вот. Вас как-то бы объединить. Вас объединить. Вот вас объединить. Вернуть обратно коллег сюда. Да, это, конечно, ничего хорошего с этого пока у меня, кажется, не выйдет. Давайте формируем отряд. Завершить. Давайте, Польша, наверное, еще раз сейчас вылезет драться со мной. Еще сейчас крестьяне встанут с палками меня прогонять со своей территории. Но это будет уже действительно их последний бой. Моего причинного органа и их бой. Ну? Нет. Польша пала.
Военная аннексия прошла успешно. Польша склоняется перед вашей мощью. Отныне этот регион будет частью вашей империи. Захвачена территория, получена сырья и людей. Внешняя политика тем временем исследована. Так, торговый порт позволяет строить пакет-боты. Требуется торговая гавань. Техническое оснащение. Хорошо, давайте техническое оснащение возьмем. О, коммерческий шпионаж. А вы что? Так, теперь у нас есть такой регион, как Британия, рядом с нами, ребятки. Так, ну, ресурсов у нас достаточно. Начинаем отстраивать Польшу. Варваров этих. Варваров начинаем отстраивать. Блин, я не знаю, надо как-то... Наверное, сделаем вот так, вот этого больного. Туда сейчас поскидываем всех больных. Вот так вот. Вот. Поскидываем больных и немощных. И его уведем. Ага, ожидает подкрепление. Больных и немощных уведем туда, на родину. Давайте. Укомплектованный отряд чешет обратно. Уходим. Хотя нет. Отдай своих бойцов ему и уходи. Мы будем сейчас, как, так сказать, подгонять молодую кровь. Теперь нужно Польшу удержать. Потому что Саксония хотел их обозвать нетрадиционными ориентациями людей, но не буду. Все-таки мы политкорректные люди. Поэтому не будем так себя вести. Но Саксония сейчас может в любой момент ударить. На данный момент они даже сильнее меня. И теперь у меня под боком. Что немаловажно. Так, военная академия построена в Польше. Отлично. Мы уже можем туда загнать кого-нибудь. Как-нибудь. Так. Вспоминаю, что я хотел сделать. Я хотел этих коллег всех собрать. Вы знаете, я, наверное, этих коллег отдам ему. А сам уйду пешком. А вот этого сюда. А вот этих вот сюда. Ах, не влазит. Так, давайте, нам нужно постоянные отряды. Хотя у нас не так много, конечно же. У нас не так много населения, но надо, мне надо свежие люди. Мне надо обновлять наше войско, которое у нас сейчас стоит на передовой. Так, ты у нас колечко. Вот, вот ты немножко посвежее будешь, да? Ты будешь немножко посвежее. Давай, наверное, мы тебе вот так вот отдадим. Тебя завезем сюда. Тут пополнить нам нечем. Отряды. И строить мы тут, точнее, рекрутировать мы пока здесь никого не можем. Ладно, пускай так. Пускай так. Коллег отводим. Галиция. Почему мы здесь не строим важное здание, которое нам будет поднимать экономику? Ой-ой-ой-ой-ой, Австрия. Как же ты мне не нравишься, паскуда ты. Как же ты мне не нравишься. Мы, наверное, бой с Австрией не вытащим никак. Хотя, если мы подтянем туда полковника Багратиона, вот здесь солянка. Да, наверное. А нет, я пока вывести его не смогу. Ладно. Пока пускай будет так. Пока пускай будет так. Так, что там? Австрия ищет возможности примкнуть к нашему союзу. Предлагает нам 52 единицы золота. Я просто приму для того, чтобы
не ради золота, а ради перемирия хотя бы ближайших шагов 8, как они обещают. Потому что сейчас я не готов к следующим столкновениям. Скажем так, моя армия обескровлена наполовину. Поэтому пока так. Османская империя, чтобы привлечь ее. Ну, то ваши терки местного разлива. Переводим всех коллег пока сюда. Всех сюда скидываем. Османская империя. У нас только один Кутузов стоит на границе с Османской империей. Хотя там некого бояться. Там пока некого бояться, хлопцы. Господа, если вы досмотрите до этого момента, не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии. Я снимаю вашу любимую Imperial Glory, которую многие просили, многие ждали. Поэтому обязательно поставьте лайк или дизлайк и оставьте свой супер-пупер крутой комментарий. Так, местные госпитали построены. Продовольственные склады построены. Шикарно, шикарно. Так, давайте, наверное, что тут у нас? Госпитали. Какие госпитали? Давайте мне казарму. Мне надо сначала казарму, конюшню. А потом все остальное. Так, что здесь у нас в Галиции? Здания какие у нас? Современные госпитали, конечно же. Мне надо больше, больше людей. Ой, Восточная Пруссия. Мамина ты кукурузочка, я тебя совсем забыл. Давайте вот так. Военная и торговая. Торговую, не надо нам военную. Хватит, хватит войны. Хватит этих смертей. Так, что тут у нас? Ага, первый отряд конный. В принципе, что ты неплохой парень. Так как ты стоишь ближе, будем тебя снаряжать. Они потом вернутся свежими. Воспрявшие духом. Вернутся на границы, на свои новые границы, своей родины. Мне пока никто не объявил войну. Это уже есть хорошо. Такс. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, выходи, полковник Олсуев. Выходи, выходи. Я так не хотел делать. Выходи обратно, негодяй. Спрятаться хотел. Так. А вот докторов у нас пустой, да? Ладно, докторов, забирай, наверное, этих колечек. Веди их на восстановление домой. А здесь мы сейчас построим, точнее наймем отряды. Да, пока не наймем, потому что у нас мало, мало людей. Британия, Британия, смотрите, как она разожралась, сколько у нее войск здесь стоит на нашем материке. Мне это очень не нравится. И мне не нравится, что наши войска сейчас в малом контингенте, так сказать, находится на нашей новой родине. Мне тоже не нравится, совсем не нравится. Так, Швеция подошла к концу, лесопилки в Галиции построены, Восточная Пруссия, госпитали. Отлично, больше, 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 давайте. Надо комплектовать, комплектовать хлопцев. Давайте еще одного и пошли отсюда, передвигаемся пока. Не влезаем, не влезаем, не влезаем. Ребятки, ребятушечки. Почти вас докторов довел, чтоб я вас мог пополнить, восстановить. Швеция, давай. Свои деньги, Швеция. На все ваши деньги я буду возводить свою мощную и великую империю. Вместе с поляками. С нашими новыми братьями, которые вернулись в родную гавань. Хорошо. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, что тут у нас? Еще пока нету никого новенького, свеженького. Давайте пока поменяемся. Ротацию в ротацию сделаем. Хлопцев пока не могу завести, не могу. Ребятушечки вы мои, ребята.
Так, что тут я могу у тебя построить? Батюшки, тут же столько много красивого могу построить, но мне не хватает. У меня не хватает людей. У меня не хватает людей. Люди, люди, люди. Тут тоже битый, перебитый. Битый, перебитый. Я вот что думаю, может пока такую ротацию сделаем. Надо передвигать потихонечку. Швец, я думаю, так низко не упадет и не ударит меня в спину. Потому что это будет самое фееричное окончание моей игры, когда мою столицу быстренько выебут, а все мои войска будут где-то находиться на дальних рубежах. Кстати, мы теперь в еде в плюсе. Все благодаря Польше, ее плодородным землям. Мы теперь в плюсе по еде, но, к сожалению, мы пока не в плюсе по количеству людей. Так, полковник Ланжерон тоже у нас уже заряжен, может двигаться дальше. Наконец-то я хлопцев завел в родную гавань. Не могу их со мной пополнить. Я уже не помню, как они пополняются. Ладно, наверное, полковнику Русов будешь ты здесь нести свою, так сказать, службу до конца. Что тут у нас по отрядам? Строится пехота. Давайте немножко кавалерии. Так, что мы хотели здесь сделать? Так, ты тут у нас такой-такой-сякой. Давай тебя сюда. И тебя сюда. А тебя мы перекинем. Потом будешь вечно нести свою службу здесь, а ты вот тут. Но мы тебя сейчас укомплектуем немножко отряды. Но на кавалерии нам пока не хватит, а вот пехоты я тебе добавлю польской. А пехоты я тебе, сынок, добавлю. Просто с другой стороны, пускай поляки этнические и охраняют границы своей этнической родины, то есть Польши. Почему как бы наши русские пацаны должны там умирать? Так не пойдет. Вообще в идеале потом бы всю Польшу заселить поляками в плане войск, чтобы они себе здесь и варились дальше в этом говне. Так, что тут у нас? Давайте, наверное, увеличивают 50% исследований. Хочу элитную пехоту, знаете ли. Так, кого я хотел? Тебя я хотел, да? Так. Переводим сюда. Тебя кидаем вот так. Колечку, 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 немножко колечку. Давайте немножко колечку отправим на границу с Османской империей. Там они все калеки по жизни. Поэтому, думаю, ничего с ними страшного не случится. И они справятся. Тем более уже натасканные в бою воины. Натасканные в бою, которые смогут, если что, османам, бусурманам дать по башке немного. Кстати, наверное, в следующем видео мы с вами займемся тем, что мы начнем жучить Османскую империю. Но для этого нам нужно будет подготовить плацдарм хороший. А это взять право прохода с Молдавией. Туда закинуть свои три отряда и бахнуть с этой стороны и бахнуть с той стороны, и тем самым мы сразу сделаем им операцию со скиф тиски, то есть с двух сторон ударим, и это будет шикарно, это будет отлично. Вы даже не представляете, господа, насколько ударим сразу по Анатолии. Это у них столица, отсюда никто не придет. И ударим сразу по Балканам. Останется Греция, но в Греции, я думаю, мы справимся. В общем, следующая наша цель — это Османская империя. Но пока мы укрепляем трошечки границы здесь.
Сюда перекидываем три ударных отряда. И здесь три отряда. Заходим на территорию Молдовы. И потом переходим на Балканы. Через Молдавию переходим на Балканы. С Курска переходим на Анатолию. И все. Соскив тиски. И еще две больших территории, которые будут нас кормить. И улучшать нашу империю в будущем. А на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. С вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. И это была игра Империя Глори. Спасибо, что вы с нами. И до скорых встреч.